Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы поразмыслить на такую тему, как альтернатива. Это слово означает возможность замены или принятия другого решения или другой способ решения задачи. И давайте представим несколько ситуаций, чтобы это слово «альтернатива» пришло в большее понимание в нашем разуме. Итак, у девушки есть любовь к одному парню, но он ее не любит. Он любит другую. Купить дорогой смартфон нет денег, а смартфон необходим для обучения и для работы. Автомобиль-внедорожник очень дорог, а до работы нет возможности добираться общественным транспортом, и есть необходимость купить дешевую простую машину. Квартира в городе стоит в 2-3 раза дороже, чем в пригороде, но оттуда дольше добираться до места работы. Учеба на коммерческой основе невозможна ввиду финансовых ограничений, а образование необходимо иметь для того, чтобы получить доступ к работе. И цель этого видео – это рассуждение в виде альтернативы в той ситуации, в которой сегодня оказывается Россия и российский спорт. Мы знаем о том, что существует Международный олимпийский комитет, существует ВАДА, различные допинговые комиссии, и есть большая политика, и есть огромные деньги, которые вращаются в спорте. И вот большое количество чиновников, огромные бюджеты, раздутые, есть определенные способы отмывания денег, есть карьеры, как в спорте, у спортсменов, так и у чиновников, есть судьбы людей, которые поставили, как родители, так и сами спортсмены, всю свою сознательную жизнь в спортивное русло. И есть альтернативы. Мы помним, что Олимпиада дважды проводилась в двух странах параллельно, а в сегодняшнем спорте, в частности в боксе, существует 5 разновидностей федераций, международных, обслуживающих чемпионские пояса. Я приведу только часть из них. VBC, VBA, IBF, VPBF, IBO. Это 5 разных организаций. Поэтому альтернативы для проведения как олимпиад, так и чемпионатов Европы, мира, студенческих игр, они всегда существуют. Поэтому, когда у политиков и у спортсменов есть желание прославиться, возвести политику на новый высокий уровень и показать мощь своей страны, свою человеческую возможность, потенциал, то всегда существуют другие формы альтернативы. Если деньги нужны в спорт, и люди рассуждают, что хлеба у нас много, а зрелищ у нас не хватает, альтернатива будет найдена. Как и наоборот, если политики подумают, что пенсии в России, Беларуси, Украине достаточно низкие, а давайте из большого спорта отдадим деньги на физическую культуру здоровья и также на оплату пенсии заработных плат, то это другая альтернатива. Просуждайте вы на эту тему, я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.